Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! В прошлом видео я рассказывала о своих вот этих десертных английских тарелочках. Фирмы Johnson Brothers. И я решила, ну, они у меня были только одни, и десертные, маленькие. Мне нужно было составлять куверт. И я, конечно, решила купить себе постановочную тарелку. Ну, вот себе я купила пока вот такую вот, такие вот постановочные тарелочки. Сейчас вы их увидите. Полюбуемся рисунком. Нас рисунок отсылает где-то 18-19 веки, да, пастораль. Ну и посмотрим, какие же тарелки в такой замечательной оберточной бумаги в таком замечательном пакете. Италия. Они приехали к нам из Италии. Что же это за тарелки? Вот такие вот тарелки. Под старый металл. Это новые тарелки. Но вот видите, с такими специально с царапинами они сделаны. Как будто под какой-то старинный металл. Ну вот такая постановочная тарелка. И как вы можете сами видеть, для постановочной тарелки 33 сантиметра, десертная тарелочка в 20 сантиметров очень мала. Она совершенно теряется на ее фоне. Да, и блюдо для, даже для ужина маловато одного. Нужно хотя бы еще одна тарелка. А вот какую тарелку другого цвета или из другого сервиза можно использовать, можно подсмотреть у дизайнеров. К счастью, тарелки Johnson Brothers очень популярны. И, в частности, даже линия деревенька Village, ну вот их в интернете множество. Поэтому можно и что-то от них позаимствовать. Вот, к примеру, сервировка стола к обеду. Вы видите глубокие тарелки. А вот для основных блюд выбрали белые тарелки с рельефным рисунком. Основа, весь этот куверт находится на круглой салфетке в бледно-зеленых тонах. Ну а для куверта использовали также темно-красные текстильные салфетки. В середине стола металлический поднос, на котором находится ваза с цветами, с чайником, сахарницей и молочником. Можно для сервировки использовать и одну тарелку, если стол располагается рядом с кухней и есть возможность быстро менять тарелки по мере их использования. А можно для основного блюда использовать темно-красную или коричневую тарелку. Или, может быть, даже зеленую. А вот еще две очень оригинальные сервировки в стиле кантри, в нашем любимом деревенском стиле. И вот вы видите точно такую же подстановочную тарелку, которую я купила под старое золото. И в конце вы увидите новогоднюю сервировку стола, в которой уже используются большие красные тарелки. Ну а дальше вас ждут другие идеи для новогодней сервировки.